По объемам доходов у нас районы очень сильно варьируют. От 7 до 4 миллионов доходы поступают, например, в такие муниципальные образования, как Аликовский район, Комсомольский район, Красноармейский район, Красночитайский район и Шамушинский район. Но до 7 миллионов рублей у нас поступает в 11 муниципальных образований. До 30 миллионов рублей поступают у нас такие муниципальные образования, как города Кана, Шумерля, Алатырь и Чебоксарский район. Но самое крупное, конечно, муниципальное образование – это у нас город Чебоксары. Общий объем доходов по состоянию на 1 ноября составили около 650 миллионов рублей. А город Новочебоксары чуть более 200 миллионов рублей. Соответственно, конечно, два этих муниципальных образования в общем объеме доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов составляет 80%. Мы определяем земельные участки, которые будут свободны от застройки, находящиеся в нашей собственности, они будут выставляться на аукцион. Но основным условием аукционной документации это будет определение стоимости квадратных метров жилья, которые будут построены на этом земельном участке. И победителем этого аукциона является то юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который предложит жилье по наименьшей цене. Вот такие нормативные документы уже приняты, об этом мы сегодня тоже с органами местного самоуправления будем говорить.